в Одессу. Здравствуйте, гости дорогие. Чучка, дорожку. Очень приятно, что с приходом данного поезда вышло солнце. Такое знамение, знаете, своеобразное. Что для нас? Для нас это Одесса и Измаил стали ближе, еще ближе. Наши люди, одесситы и люди из Измаила, Белгород-Днестровска, получили возможность передвигаться, перемещаться с помощью хорошего, комфортабельного транспорта, поезда. Я очень благодарен Укрзалізниці, керівництву Укрзалізниці за ту повагу до нашего міста, повагу до нашего региона в цілому. Потому что регион сегодня стратегический для Украины. Сегодня мы говорим о том, что временно мы не можем посещать Крым, и важность нашего региона возрастает в разы. Тот пассажиропоток, то количество туристов, отдыхающих, приезжающих к нам, оно очень возросло в разы, как я уже сказал. Поэтому мы обязаны обеспечить безопасное перемещение туристов, прибывающих, прилетающих в Одессу или прибывающих различным транспортом. Далее они едут Затока, Белгород-Днестровск, Измаил, перемещаются по нашему региону, и трассы перегружены. Перегружены автобусы, которые сегодня также вызывают опасения по своему техническому состоянию. Железнодорожный вагон – это прежде всего безопасность, безопасность людей. Ценовая политика, которая радует тех, кто будет перемещаться с помощью этого транспорта. Меньше, чем сегодня цена билета наших автобусов. Поэтому все, что сделано сегодня, сделано для людей, для того, чтобы наша страна развивалась, для того, чтобы наш регион посещался туристами, и мы это приветствуем. Это нельзя не приветствовать. Поэтому добрый час. Я думаю, что количество таких вагонов, ну, мы просим, по крайней мере, чтобы еще были такие потяги у нас сделалось. Также мы думаем о том, чтобы соединить станцию Восточная, это поселок Суворовский район, поселок Котовского, ее знают как Одесса сортировочная, тоже соединить таким местным поездом, может быть, вот таким небольшим, комфортабельным, что разгрузит серьезно пассажиропоток на общественного транспорта и нагрузку на горэлектротранспорт. Спасибо большое всем за проделанную работу. Добрый час.